Маш, доброе утро. Доброе утро. С Рождеством. Спасибо. Тим, доброе утро. Доброе утро. С Рождеством. Спасибо. Что вы там уже нашли под елкой? Подарки? Да, я какой-то пистолет. Пистолет? Да. А ну давай посмотрим, что это за пистолет. Да это не пистолет, это целое ружье. А ну давай полностью его раскрывай. Маша, у тебя что? Луна. Пряталки? Нет, это не луна, это какая-то дорожная игра. Или что? Что, нам намекают, что пора куда-то в дорогу? Пряталки, настольная игра, прикольно. Тим, а ты что нашел себе? Ого, да это целый какой-то автомат или ружье с этими целями. Вон, смотри, здесь даже банки есть. Крутой. Попробуем потом, да, целый тир. Что у тебя? Русалочки. Русалочки, это, по-моему, это конструктор. Да, конструктор. А ну покажи. Конструктор с русалочками. Точно, прикольный. Ой, такой. Зацепилась. Тима, у тебя что? Это машина. Какая? Сгинающая дорога. Да-да-да, это Magic Track. Прикольно. А ну что еще у Маши? Маш, посмотри на меня. Маш, что у тебя там еще? Так, еще один подарок я раскрывали. Дима. Вот, еще одна игра? Да, это типа ассоциации. Точно, моя твоя не понимать. Это похоже на ассоциации. А тут ассоциации девочек. Что же здесь? Маш, что это? Не знаю. Как? Ты не знаешь, что такое ном... Это намномсы? Это же намном, третий сезон. Я тебе покажу потом, как играть. Или давай ты спросишь у девочек-подписчиков, как в это играть. Спроси, пожалуйста. Девочки-подписчики, подскажите, как играть. Вот в эту игру намномс, а то Маша до сих пор не знает. Тим, что это? Микробы. Микробы? Да. Где? Фангус амунгус. Это же известные фангус амунгус. Так подожди. А здесь же к ним была привязана еще вот эта штука. Ну давай смотреть. Что же идет сюда к фангусу амунгусу? Так разорви его. А что с этими микробами делать? Просто собирать коллекции, наверное. А по-моему, можно их кидать в этот, скажи, что да. В зеркало или стекло, и они будут так ползти, как слизняки какие-то. Что это? Вот. Да это же бочонок, куда надо этих фангусов, этих амунгусов запаковывать. Mm-hmm. Да? Mm-hmm. Их контейнер такой. Маша, у тебя что там? Распаковывай. Так, я больше открываю новогоднюю. Да, такая обертка новогодняя, прикольная. Рыб! Рыбуч! Сейчас я расскажу, что это. Маш, что это? Плейдо. Правильно, плейдо, но это плейдо. Необычный. Когда ты слепишь какого-нибудь зверька, можно отсканировать его на телефон, и он оживет в телефоне. Представляешь? Это будет круто, Маша. Ты можешь вылепить зверька, и он будет оживать в телефоне. Это суперски, правда? Да. Маш, высыпай свои конфетки. А у тебя? Нету. Как нету? Вот он есть. А, доставай. Спрятался. Спрятался. Тоже такие же стики. Такие же стики, да. Прикольно.
Тим разобрался, как здесь собирать дорогу? Да. Вот машинка. О, машинка уже есть. Синяя? Да. Твой любимый цвет. Ой, куда ты поехала, машинка? По-моему, дорога вот так вот должна идти. А ну давай. Она как змеючка. Это не вся дорога. Ну понятное дело, что не вся. Надо же трассу целую собрать. Тима собрал дорогу. Смотри, какая длинная, крутецкая эта трасса. Машинка едет. Так, ну хорошо, теперь же можно иди на вот туда, получается. Сейчас, пока машинка будет здесь, ты можешь поменять направление. Вот видите, мы меняем направление, машинка суперски ездит. Смотри, как круто на меня едет сама дорога. Ага, она здесь. Класс. Прикольно. Тим, прикольная машинка. Ой, все, разломалась дорога и стала вот таким вот большим стадионом, кругом. Смотри. А ну давай ее опять поставь. Все, машинка куда-то уехала. Успокоим, посмотрим, что же там внутри. Ну. Так, в наборчик у нас входит, Машуль подсказывает, у нас входит 5 Play-Doh. Так, дальше, что у нас вот здесь? Сколько формочек. Ого, формочек действительно очень много. Посмотри, и кошечка здесь какая-то. И инструкция, что же можно делать. Сам круг, куда надо положить и отсканировать формочку. И вот инструкция, что же надо делать. Сделай, вылепила новую рыбку, да? Да. Сейчас попробуем ее отсканировать, хорошо? Угу. Вот у нас есть приложение, так, которое должно отсканировать нашу рыбку. Так, вот у нас есть приложение, которое должно отсканировать нашу рыбку. А ну, Машуль, нажми на экран. Сюда? Да. Ну, попробуй. Не получается? Рыба. Опачки. Вот она. Оказалась в Play-Doh в баночке. Теперь она... Теперь она с кошками. Вот, смотри, вот она. Это какой-то ежик получился, а не рыба. Ну, смотри. Так. Покажи мне. А ну, она плывет? Так. Нет, это ежик. Это как ежик, правда? Да, ну... Посмотри, она плывет с твоей кошкой уже. Класс! Нас... Ну, веди ее. Смотри, это ежик оказался, а не рыбка. Да. А мы вылепили рыбку, это оказался ежик. А кошка оказалась, наоборот, рыбкой. Смотри, как прикольно. Вот они к баночке какой-то подошли. Там тучка. Смотри, он ползет. Вот это да! Вот такой вот... Обычный пластилиновый какой-то ежик, но мы подумали, что это рыбка, оказался в компьютерной игре. Чудеса! Молодцы! Идем колядовать! Звезда впереди! Мы вам счастье в дом несем, колядуем в каждый дом. Здесь стучимся, колядуем, отворяйте, ветер дует.
Там на улице зима, а мы желаем вам тепла. Ангел с неба к нам спустился и сказал: Иисус родился. Мы пришли его прославить и вас праздником поздравить. Коляда, коляда, отворяй ворота. Мы пришли колядовать, с Рождеством вас поздравлять. У приветливых хозяев вы, год пусть будет урожайным. Дайте ряженым конфеты, счастье вам пришлет привет. Дайте рубликов монет, жить вы будете 100 лет. Сыпьте все в мешок до кучи, на дворе мороз трескучий. Мы замерзли, но теплом отогрел ваш добрый дом. Вы детей не прогоняйте, а вкуснее угощайте. Мы дайте сушек и баранок и какой-нибудь подарок. Ну, вы дадите нам подарок? Красивый, вот такой. Вот. У нас здесь он, смотри, кассир, да. Надо всё в кассу общую. Как же засунуть? Давай, да, кто за торбу отвечает? Кто за торбу отвечает? Маргоша и Тимофей. Два человека. Кадровую политику не провели. Ну, я да, растерялась. У нас главное есть банкир. Да, вон банка, бачишь? Банк? Так. А, ты как сестра твоя, подожди. Да, да, да. Сейчас мы тут найдем, что у нас тут есть. Какую? А ну, копейки. Я такая. Это всем отдать? Ну, это банкир, одно? Да, это банкир, а, да. Всем одно, ну да, давай. Что, покрупнее или помельче? Покрупнее. Хорошо. А я, Тима не теряется, нет, слышишь? Подождите, а что тут крупнее? Давайте выберем. Я ж не могу понять. Что крупнее? Покажите. Двадцатка. Вы математику знаете? Двадцатка. А еще что крупнее? Где мелочь? Где самая меньшая купюра? Меньшая самая. Вот эти. Эти меньше. Да, современные дети. Да, ты видишь? Проверить математику. Все, покрупней. Держите. Конфеты просили. Да. Просили. И чтоб на 100 лет. Сказали, у вас идет дележка. Да, да, да. У нас там видите, смотри, все серьезно. Я положу в баночку. Все серьезно. Машенька, я так хочу туда это все. Слаживайте еще самолетик. Ну, на здоровье. Что надо сказать? Спасибо. Это вам спасибо. Спасибо. Так, ну что, товарищи, смотрим, что мы наколядовали. Выворачиваем все на пол. Давай. Ох, сколько сладостей. Ничего себе. Маша сразу схватила по конфете. Кто-то конфету, кто-то орех. Это наша копилка была. Получитесь. А ну смотри, сколько там денег. Вываливай тоже. Да. Ну что, сегодня был насыщенный день? Да. Рождество удалось на славу, правда? Да. Но в конце дня мы обязаны разыграть наши адвент-календари. Да. Проводить еще конкурсы. Конечно. Поэтому мы сразу покажем приз, который мы разыграем в ближайших видео. Тима, покажешь? Да. Вот такой суперский спиннер с чехлом у нас будет следующим призом. Так что подписывайтесь на нас и не пропускайте наши видео. Да. Да. А сейчас приступим к розыгрышу. И будем разыгрывать вот такой классный адвент-календарь с Дедом Морозом. Итак, выбираем первого победителя. Им встает Даша Мазур. Она написала: «Участвуй с наступающим Новым годом, ребята!» Даша, поздравляем тебя! Свяжись с нами по мейлу или ВКонтакте, которые указаны будут, ссылочки у нас под этим видео. И следующий календарь разыгрывает Маша! Вот такого веселого миньона. Давай, Машуль, ставь его там. Итак, Машуль, выбираем, кто станет победителем второго адвент-календаря. И это Каролина Сюрпрайз. У нее большой такой вот
пост, участвую. Я думаю, что календарь Нидерландов еще открывает картинку под окошком с шоколадом. Шоколад, конечно, найсмачніший украинский, але задум кращий у інших країн. Каролина, сюрприз, поздравляем тебя. Свяжись с нами для того, чтобы мы отправили тебе приз. Еще раз поздравляем наших победителей. А тот, кто не выиграл, не расстраиваемся, да, ребята? Да. Потому что ведь в следующем видео мы разыграем спиннер. Всем удачи! Пока-пока! Пока! Пока!